совершеннолетний, огласить водную результативную часть постановления. 26 февраля 2020 года горсовет, судья Волжского района суда города Саратова, пресс-секретарь СВОРУ, с участием прокурора отдела прокуратуры Саратовской области Ильчинина и следователя ПВД СУСК РФ Саратовской области Лазарева, подозреваемый Шустова Игорь Николаевич, родившийся 15 января 2005 года в городе Саратове, гражданин Российской Федерации, защитник адвоката Померанцевой, законного представителя КИМ, педагога Андреевой, рассматривая в закрытом судебном заседании постановление следователя Лазарева о возбуждении ходатайства об избрании мер пресечения и заключении по страже в отношении Шустова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 30 пунктами А, Ж, часть 2 статьи 105 УК РФ, постановил избрать подозреваемого Шустова Игоря Николаевича мер пресечения и заключения по страже в содержании в СИЗО 1 УФСИН России по Саратовской области на срок 2 месяца, то есть до 25 апреля 2020 года. Настоящее постановление может быть обжаловано в Саратовский областной суд в течение 3 суток со дня его вынесения. Через Волжский районный суд города Саратова также участники судебного заседания вправе ознакомиться с протоколом судебного заседания, при наличии замечаний подать соответствующие замечания. Судебное заседание является окончено. Все, я прошу всех в коридор, сразу на лестничную площадку.